Российский офицер геройски погиб в бою с бандитами. Он отстреливался до последнего и подорвал себя. МВКС назвал его гибель тяжелой утратой для всей российской авиации. Выпуск звания Героя России посмертно присвоено уроженцу Дагестана старшему лейтенанту Нурмагомеду Гаджимагомед. Герой России посмертно. С вами мы живы, и правда за нами. Там сверху на нас кто-то смотрит родными глазами. Они улыбались, как дети, и в небо шагали. Встанем и ближе к ним станем. Встанем, встанем. Пока с нами рядом Господь и истина с нами, мы скажем спасибо за то, что победу нам дали. За тех, кто нашел свое небо и больше не с нами. Встанем и песню затянем. Сильнее в груди наша вечная память между нами. Станем, герои России останутся в наших сердцах до конца. Встанем и вспомним всех тех, кого в этом огне потеряли, кто шел умирать за свободу, а не за медали. Я знаю, что мы обязательно встретимся с вами. Встанем и снова затянем. Наша вечная память между нами. Станем, герои России останутся в наших сердцах до конца. Наша вера.